Волонтеры города Добра утеплили будки в пункте передержки животных Якутска. Работа прошла в рамках акции «Поможем животным». Пока на улице не ударили настоящие морозы, в учреждении должны успеть утеплить порядка 40 будок. Поэтому такая помощь оказалась весьма кстати, говорят работники пункта. Ведь на территории пункта передержки содержится в вольерах 35 собак, но это малая часть всех обитателей. Большинство – это щенки, больные животные и кошки. Они находятся в теплых помещениях. Пункт передержки он существует уже давно, но вот только в этом году мы решили с ними сотрудничать. Как бы собак, животных очень много, волонтеров очень мало. И вот мы решили, как так у нас есть свой волонтерский пункт, ну вот наши волонтеры, и они решили откликнулись помочь, наши дети. У нас содержится 26 взрослых собак и около 70 щенков, кошек тоже около 30-28. Животных много. К сожалению, сейчас такой период времени, когда животных очень мало берут. Больше, наоборот, пытаются привести.